Так, разберем еще одно средство. Это моя любовь, тритмент для волос. Я его использую уже давно, так как у меня волосы непослушные, еще вьющиеся от природы. То есть, если не использовать всякие средства, я их просто-напросто не расчешу. Я использую его с протеиновым шампунем, но шампунь у меня закончился, тритмент остался. Для чего он нужен? Кто у нас делает ботокс, кератиновое выпрямление? Для поддержания эффекта это очень классное средство. Кто не делает эти процедуры, но хочет приблизительного эффекта, это средство тоже подойдет. Я его использовала вообще как маску, то есть после шампуня наносила тритмент. Он при взаимодействии с водой загустевает и, то есть, обволакивает наш волос, запечатывает секущиеся кончики, выпрямляет их, питает. В общем, протеиновое питание. Но тут, пока искала о нем информацию, нашла видео, что его можно использовать просто разводить с водой и наносить до мытья волос на голову на 15 минут, как маску. То есть, кто хочет добиться эффекта прям ламинирования волос, то можно развести его с водой и на 15 минут, соотношение 1 к 1, и на 15 минут нанести перед мытьем головы. То есть наносите, я вот в прошлый раз попробовала себе так сделать, мне эффект очень понравился. То есть у меня волосы вьющиеся, их надо выпрямлять постоянно. И сейчас, чтобы не пользоваться утюжками и фенами, я стала использовать тритмент так. То есть развели с водой, нанесли минут на 15 состав, подержали, потом смыли. Если волосы сильно непослушные, подержали подольше. Средство, напоминаю, стоит 1200. Кто хочет заказать, пишите.